Йоу! Рэнч, что у тебя? Йоу! Ты опоздал, Марки Марк! Я, конечно, люблю наши игры с... гомоэротическим подтекстом, но... Согласен. Нам давно пора переходить к следующему этапу. Маркус, я покажу тебе. На лэптопе, чувак! Ты что... Ты... Садись. И готовься к убойной, душераздирающей и отупляющей презентации от Нудл. Ставь уже. Вы говорили, умные машины — отличная новинка. Но мы гордимся тем, что всегда были лучше всех. Хотите, чтобы машина вас узнавала, знала, кто вы? Биометрия. Это круто. Это новый уровень безопасности. Ваш ключ — это вы. Представьте, вы читаете газету и пьете кофе, пока машина везет вас на работу. Все ваши предпочтения будут сохраняться прямо в биометрическом профиле. Все участники страховой программы CTOS получат скидку хорошего водителя сразу же и доступ к скоростным трассам. Фантастика, да? Но нет. Здесь, в Нудл, не ждут будущее. А создают его. Им мало камер CTOS, они еще и биометрические данные хотят собрать. Да, конечно. Что может пойти не так, правда? Мы же знаем, что CTOS добрый, да? А страховые компании вообще никогда, вообще не будут использовать биометрические данные в своих интересах, да? Да вообще, кругом прямо одни святые. Прогнило что-то в королевстве датском. Значит, мстителям пора всех спасти. Может быть. И заодно спереть крутую тачку. Угонять тачки всегда весело. Да. Класс. Йоу, Маркус. Ситара, есть новости. Ты ведь любишь погонять, да? Ведущий инженер проекта биометрической тачки, постоянный клиент Драйвер СФ. Вот как? Ага. И я могу слепить скрипт, который направит его запрос тебе. Четко. Все лучшее, датсек. Как будешь готов, загляни в Драйвер СФ.
Молю, помогите. Я ж... То есть мне нужно убедить его провести нас в офис, так? Да, и у нас уже есть план. О, да. Рэй, значит, ты с нами? Ну, цитирую Ренча, угонять тачки всегда весело. Короче, мы ломанем его телефон. Да, активируем тревогу, и он решит, что его рабочий комп взламывают. Чувак запаникует и рванет в офис. Но на самом деле взламывать его комп мы не будем. Нет смысла. Точно. Главное — создать видимость. Неплохо. О, тебе нужно отвлечь парня, чтобы мы ломанули его девайс. Ну что, куда едем, чувак? На свидание? Девушка меня бросила. Как же мне тебя разговорить? Что-что, не расслышал. Прости, я просто на нервах. Давно никого не возил. Был неудачный опыт. Решил отдохнуть. Ну да, ты, наверное, всякого дерьма навидался. Что было-то? О, да, было всякое. Последний раз возил бухих парней. Ага. Они ругались из-за арткара, над которым вместе работали. О, для фестиваля в пустыне? Ага. Короче, орали о светодиодах, аниматронике, песке и о том, какая дурь поможет людям оценить. Ты чего? Все будет хорошо. Я понял. Ага. Короче, орали о светодиодах, аниматронике, песке и о том, какая дурь поможет людям оценить их арткар. Прям вот так? Они выбирали наркотики, чтобы люди увидели их тачку под правильными глюками. Ага, так и было. В общем, один из них вмазал другому по зубам. Ох. Весь салон кровью заляпали. А тот чувак, который бил, начал выть, что сломал пальцы. Черт. Да просто жесть. В общем, мне пришлось везти их в больницу скорой помощи. И они лезли обниматься, пока их вытаскивал. Да? Ой, прости, тревога сработала. Нужно проверить. Черт! Черт, черт, черт! Резко меняем маршрут. Прости, мне срочно нужно на работу. Без проблем. Обновил пункт назначения. Принято. Будем там в момент. Черт! Кто-то ломает защиту! Сука! Стоит только выйти с работы! Ага, закон подлости. Ну почему именно сейчас? У нас сроки, большие объемы! Не повезло. Берегись! Чертов проект! Зачем я взвалил его на себя? А... Можешь побыстрее? Могу! Черт! Поднажми, а. Я пытаюсь. Я очень тороплюсь. К черту скоростной режим. Ну же, жми! Уже почти. Ты меня просто спас, чувак. Обязательно тебе 5 звезд поставлю. Без проблем. Это моя работа. Ты лучший. Вот мы и в кода принт. Неплохо. Ух ты!
Ну, круто. Пора за дело. Я в тебя верила. Да, мы все в тебя верили. Ага, моя вера крепка. Я верю в Маркуса. Друзья, вы сегодня жжете. Я хочу сказать, что это ваша поддержка. Да-да, я ни на что не намекала. Вокруг одни клоуны. Но ты нас любишь. Разве что Джоша и Маркус. Эй. Ничего. Мы не так давно знакомы. Еще слишком рано говорить «люблю». Не торопись. Я ценю терпеливых мужчин. Самому терпеливому пора за дело. Нашел. Круто. Здесь должны быть все данные о системе безопасности. Скоро мы сможем укатить закат на машине Нудл. Ты у нас кто? Лучше уйди. Спартак, ребята, у нас нарушитель. Начать поиски. Давайте. Устраняем. Пора за дело. Я в тебя верила. Да, мы все в тебя верили. Ага, моя вера крепка. Я верю в Маркуса. Друзья, вы сегодня жжете. Я хочу сказать, что это ваша поддержка. Да-да, я ни на что не намекала. Вокруг одни клоуны. Но ты на... Там кто-то есть. Эта территория закрыта для посторонних. Уходите. Ха!
Привет, мой коллега по охране. Все системы работают за своим чередом. Чисто. Ух ты. Сектор смотрит. Улыбки зимой. Все чисто. Здорово. Нашел. Круто. Здесь должны быть все данные о системе безопасности. Скоро мы сможем укатить закат на машине Нудл. Всем искать! Разойдись, все на поиски, живо! Помогите избавиться от посторонних. Есть сообщение о том, что цель, возможно, находится недалеко от вас. Прием. Джош нашел кое-что любопытное в софте тачки. Да, алгоритм принятия решений. Цена жизни, блин. Он называется «Цена жизни». А что? Алгоритм сравнения приоритетов жизни в случае автоаварии. Да? Да, тебе понравится. Бортовой компьютер получает твой приоритет с серверов Блюм. Цена жизни зависит от показателей в базе данных. Должность, доход, образование, раса, пол. Черт, дай угадаю. Допустим, наши с Рэем тачки столкнутся на дороге. И тогда я попал, потому что черный. Ну нет, ты же знаешь, я в черном списке Блюм. Моя цена жизни в самом низу. Так что в этом случае попал я. Но суть ты понял. Мы все в жопе. Похоже, нам понадобится образец голоса и скан сетчатки глаза замдиректора Нудл. Ладно, займусь этим. Лови его адрес.
Вали! Свидание. Ничего особенного. Обычное знакомство в интернете. Это совершенно нормально. А что, если это не ее фотка? А вдруг она решит, что это не моя фотка? О, боже, какая глупость. И как Йонатан подбил меня на это. Но он прав. У меня совсем нет времени на общение. Ох, черт. А что, если она тоже из Нудл? В профиле написаны «Интернер свидание с сотрудницей». Это была бы катастрофа. Что? Вот блин, сервер лег. Кто-то внедрил кривой код. Опять. Дерьмо. Да, видел. Уже еду. Буду через 10 минут. Есть. Превосходно. Ну что, нагляделся в чудные карие глаза? Да нет. Как теперь не думать об этом? У Маркуса вкус получше. Ковер что надо. Атош, приоритет один все-таки. Да, и правда. У него тут все как надо. Умный телек, умный толчок, умная раковина, умный ковер, умные подушки. Вообще все умное. Наверняка там где-то есть запись голоса. Думаю, он из тех, кто обожает записывать свои гениальные мысли. Обрушим на ублюдков нашу ярость! Поквацаем их! Осторожно!
раньше, я видел его там. В укрытие! Я в укрытии! Я знаю, что ты где-то здесь. Бросаю на что гранату! Надеешься? Азад, он здесь! Ковер, что надо. Атош, приоритет один все ж таки. Да, и правда. У него тут все как надо. Умный телек, умный толчок, умная раковина, умный ковер, умные подушки. Вообще все умное. Наверняка там где-то есть запись голоса. Думаю, он из тех, кто обожает записывать свои гениальные мысли. Итак, друзья, есть голос, скан сетчатки и личная инфа, которую хотелось бы забыть. Осталось угнать тачку. То есть вломиться на студию WKZ, где Нудл готовит ее грандиозные презентации. О, WKZ. Мастера ссать в уши. Их реклама тачки Нудл превратится в чудесную демонстрацию пренебрежения к человеческой жизни. Смылся, похоже. Встречаемся. Ну что? Пора выкрасть тачку, чувак. Она стоит в одном из павильонов WKZ. Только нас и ждет. Будет весело. Всегда мечтал вломиться на телестудию. Парни, раз уж появилась такая возможность, неплохо бы распихать по зданию WKZ пару-тройку устройств для сбора данных. Это мысль. Будем в курсе. Именно. Используем их собственные камеры и кое-какой софт. Встретимся перед студией WKZ. Отлично. Увидимся.
Йоу, Рэнч. Йоу! Смотри-ка. Наверняка используют во время своих операций под прикрытием. С фургоном норм? Ага. Но WKZ наняли умение Зулу после сообщения о бомбах, которые я... которые они получили. Можно? Скажите, как давно вы стали педофилом? Эй, ну что за фигня? Увидев рентгеновский снимок, вы сразу опознали фигурку у себя в прямой кишке. Да, это была фигурка Рэнча. Я решил, что это для нее идеальное место. Рэнч, ты отдал Маркусу флешку? Да, на шаг впереди. Как раз говорил, что нужно сунуть ее в комп службы безопасности. А дальше я сама. Кстати, если фигурку Рэнчи таки сделают, пусть приклеят маску, а то детишки травмируются. Можно подумать, это плохо. Так, ставим микрофон, заливаем шпионский софт, используем данные замдира, чтобы угнать крутую тачку. Ничего не забыл? Конечно, забыл, но не парься. Я сам все сделаю.
Этот на месте. Сыкло! О, боже мой! Боже! Готово. Хорошо, хорошо. Что я пропустил? Там. Эй, свали нахрен, гребаный! Фокус, фокус. Та-дам! Блин, чел, тачка не реагирует. А что, не понял? Рэнч, земля вызывает Рэнча. Я пытаюсь повернуть руль, и ничего не происходит. И как, блин, мне управлять этой тачкой? А, ну да, может, голосом? Поговори с ней. Поговорить? Издеваешься? Не, поговори с ней. А, тачка, езжай. Че, серьезно? Езжай на улицу, кратчайший маршрут. В пути. Черт, да не в окно же! Мой голос для тачки был лучше. И на 100% фейковее. Ну да, куда лучше. О, черт, поворачивай! Вези меня отсюда. Хорошо. И чтоб я выжил. Все протоколы безопасности будут соблюдены. Этого-то я и боюсь. Как мне перейти на ручное управление? Вопрос непонятен. Знаю, сучья тачка не дает мне рулить. Просил передать тебе управление? Да! Ей непонятен вопрос. Ну обойди автоматику! Ты вообще хакер или где? Да, да! Ладно, я справлюсь. Пулю б не словить. Ранения негативно скажутся на цене вашей страховки. Тебя забыл спросить. О, да! Теперь я могу рулить! Тачкой? Обалдеть! Даже не спрашивай, что я пережил. Он где-то здесь. Ты так убьешь кого-нибудь! Наконец-то! Можно выдохнуть. О, ценнички! Цена жизни, точно! Глянем, у кого какой приоритет. О, это будет весело. Наверняка. Можем найти людей. А, не круто. И как доказательство не очень. О, да, логично. Цена жизни должна быть видна всем при взломе профилей. Детализация ниже, чем в первоисточнике, но можно будет увидеть высокий, средний или низкий приоритет. Все вы видели новые машины Noodle, привязанные к биометрике. Вам обещают комфорт и безопасность в обмен на личную информацию. Используя CTOS,
Они могут узнать о вас все. И это опасно. Машина Нудл использует цену жизни, зависящую от ваших данных, в своих алгоритмах. И если ей придется выбирать между вами и другим человеком, у которого цена жизни больше, вы умрете. Ваша машина может убить вас ради кого-то более важного. Какова цена вашей жизни? Нудл знает. Вы верите их оценке? Мы рассказали правду. Решать вам. Ну и где же ты был, пока я тут надрывался, интересно? Делал дела. Как прическа? Лин, подай расческу. Нет? Ладно, сучка. О, нет. К нам идет большой циклон. Вы слышите? Там, на юге. Скажите, давно вы стали актером? В районе года или 30 лет назад. Ведь если разобраться, вся наша жизнь — игра. Бам! Народ, будет дождь! Точно будет дождь! Не забудьте о средствах защиты. Мать твою, Джимми, где мой чертов телесуфлер? Ты же знаешь, я даже имя свое не вспомню, если не показать мне его на экране. Thank you.